Дежурную часть Кубинского отдела полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу обратился гражданин с заявлением о похищении имущества из салона его автомобиля. Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.